Зира Шумас, Гук Псикала, Шида Хнехолой, Тая и Радуам, Шхан Вежи, Жиба Шукса Хацрам, Чан Бзила, Чан Бжзала. От всей души поздравляем вас с 70-летием Великой Победы. Праздник со слезами на глазах. Тысячи благодарных людей в Абхазии сочли своим долгом поздравить ветеранов и вспомнить погибших. Дань памяти и уважения Рауль Хаджимбов в составе делегации руководителей иностранных государств принял участие в самом масштабном за всю историю параде Победы в Москве. Каждый уголок земного шара вспомнил подвиг бойцов. Наши материалы из Галского района страны, из Новороссии и Берлина. Этот праздничный выпуск полностью посвящен празднованию 70-летия Великой Победы. Утром в Сухуми руководство страны, ветераны, школьники, представители всех министерств и ведомств общественности возложили цветы к мемориалу в Парке Славы, к могилам солдат, защищавшим свою отчизну в годы Отечественной войны народа Абхазии. Продолжились памятные мероприятия на набережной Махаджиров у памятника неизвестному солдату. Все подробности у Рустама Зантария. Вот и наступил он, 70-й день Великой Победы, завоеванный миллионами жизней молодых ребят и девушек, отцов и стариков, которые гибли под вражескими пулями и в дни штурма Берлина в мае 1945 года. Из тех, кто выжил в этой самой страшной войне за всю историю человечества, сегодня с нами остались немногие. Дожить до 70-летия такого большого праздника для них само по себе событие. И главное, чего они желают живущим и будущим поколениям, это мир. Большая радость, что дожила до 70-летия Победы. Желаю мирного неба, Абсны, мирного неба всем Абхазии, здоровья. Я вижу над нами чистое небо. Значит, спокойно мы живем. Дай Бог и дальше жить, и никогда войны не быть. Парк Славы объединил ветеранов двух отечественных войн – Великой и народа Абхазии. 22 года назад война опять пришла на абхазскую землю, и подвиг дедов придал сыновьям и внукам силы решимости вновь противостоять фашизму. Конечно, когда ты прошел сам через войну, когда тебе наяву уже понятно, что такое гибель твоих друзей, конечно, по-другому воспринимаются и потери той великой, воистину великой войны. Наша страна кратно во все времена, во все поколения доказывала и доказывала о том, что мы по праву живем на этой земле, и нам во все времена приходилось ее отстаивать. Пережить десятки и сотни поколений, сохранив предания о подвигах предков, способна лишь человеческая память. Память, подобная вечному огню, который горит в эти дни у памятника неизвестному солдату. Казалось, вся Абхазия сегодня пришла почтить подвиг героев Великой Отечественной. Поток к мемориалу не иссякал больше часа. На набережную Махаджиров шли тысячи людей. Руководство страны, ветераны, школьники, жители различных районов республики, политики, представители общественных организаций, гости страны. От имени главы государства поздравил всех с Днем Победы вице-президент Виталий Габния. От имени президента республики Рауля Джумковича Хаджимба и всего руководства Абхазии сердечно поздравляем весь народ Абсны со знаменательным великим праздником Победы. Желаем всем крепкого здоровья и счастья, и благополучия. До часныхты и шадысных алой, а я и раду. Ам. Поздравительный адрес от имени президента России Владимира Путина зачитал посол России в Абхазии Семен Григорьев. Он также подчеркнул историческое единство абхазского и российского народа. Сегодня, в этот священный для наших стран и народов день, мы вместе отмечаем 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мы сегодня здесь вместе в Сухуми. Наши президенты вместе в Москве, на Красной площади, где только что состоялся величайший в современной истории России военный парад. Это подтверждает одну истину. Абхазия не только является ближайшим, естественным стратегическим союзником Российской Федерации, но и стала состоявшейся демократической страной, которая исповедует действительно общечеловеческие ценности. Посмотрите, кто собрался сегодня в Москве. Лидеры мировых держав, начиная от Китая и заканчивая Южной Африкой. Более 2 миллиардов человек представляют эти лидеры. И Абхазия в одном лагере с этими странами. Я думаю, что тут двух мнений быть не может, несмотря на все то, что сегодня происходит. Весь тот хаос информационный, идеологический, тем не менее, это величайшая победа гуманизма над фашизмом. Это во-первых. Во-вторых, ветеранам хочу пожелать, Абхазии в первую очередь, ветеранам всем Великой Отечественной войны, крепкого здоровья, счастливой старости, чтобы вспоминали их мы все не только от праздника к празднику, а именно каждый день. Велопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, в котором приняли участие 30 велосипедистов, провели Россотрудничество и посольство России в Абхазии. Маршрут акции начался в Гулрыпше. Начали мы с Гулрыпша, где братская могила тех, кого не смогли спасти в госпитале, тех, кто защищал перевалы Кавказа. Следующее возложение мы сделали уже на Мочарке. Ветеранам, вернее, погибшим в войне 92-93 года. Нельзя отделять ветеранов одних от других, потому что люди, которые погибли здесь в 92-93, воспитывались на примере своих отцов и дедов. Это важно. Ну и здесь сейчас мы присоединились уже к общему мероприятию. «Оба сына» – строчки из этого известного стихотворения звучали как выстрел в память о всех ушедших и оставшихся в живых. «Оба сына! Оба двое, два крыла, воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг. Повезло одной на 3 села вокруг. Повезло ей! Оба сына воротились в село, оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком, к плечу плечо, ноги целы, руки целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось, у обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно, много белой краски у войны. После митинга мимо памятника неизвестному солдату торжественным маршем прошли сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-й российской военной базы и российских пограничников. Всего 400 военных. Командовал торжественным маршем первый заместитель министра обороны страны Беслан Свижба. Принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Владимир Ануа. We'll be right back.
Рустам Зонтария, Раму Кампе, Абаза ТВ. Тысячи людей собрались на набережной Махаджиров, где весь день разворачивались основные действия. Ветераны, школьники, жители различных районов республики, политики, представители общественных организаций, гости страны – все эти люди пришли сюда с великим чувством патриотизма и гордости за тех, кто отстоял отчизну, кто сумел ценой своих жизней победить коричневую чуму. С самого утра рядом с парком неизвестному солдату была выставлена военная техника. Особую радость она вызвала у детей, которым позволили забраться внутрь БТР. Раньше других готовиться к празднику начала полевая кухня. Палатки были развернуты еще накануне. Мы накрываем на 100 человек солдатская каша, которая приготовлена с гречки, со всеми делами, как положено. А фронтовые 100 грамм будут? Конечно, это обязательно. Это в порядке вещей. Волонтеры раскладывают закуски, накрывают столы, а самый интересный процесс протекает в поварской палатке. Там идет приготовление знаменитой солдатской каши – гречки с тушенкой. Здесь вот эти две баклажечки – всего 400, а то может быть и больше. Смотря как буду выдавать. Чай здесь горячий, хлебушек. В этот поистине святой для всего мира праздник сотни людей собрались на набережной Махаджиров, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. От мала до велика все идут на парад в честь Великого Дня Победы. О том, что ценят и помнят, говорят и дети. Майское утро, солнечный день, наши победы 70 лет. Битвы, походы, все пережито. Радость победы не забыта. Всех с праздником, День Победы. Нет в России ни дома, ни хаты, где б не глянул на вас со стены молодыми глазами солдата, окрыляющий подвиг войны. Дали, ребята, завещай нам месть в праздник веры святого, потому он и есть. Нет в России ни дома, ни хаты, где бы не глянул на ваши стены молодыми глазами солдата, окрыляющий подвиг войны. 40 минут покоя, словно обрывки сна, после живого боя мертвая тишина. 40 минут покоя, кто-то устало спит, кто-то с талой водою в гильзы мешает спирт. 40 минут покоя, выдохнув боя кураж, мертвым глаза закроем, раненый тесный блиндаж. 40 минут покоя, сытый прервав полет, грязь перемешку кровью, ворон из лужи пьет. 40 минут покоя, словно обрывки сна, воронка у поля кромки, контуженная весна. Снова майские зори в полях зацветут, и вдоль старых окопов плывет тишина. Там когда-то гремела большая война, бьют зенитки, бомбы летят, завывая. Разоренные утро и ночи без сна, наше детство огнем опалило, большая не по детскому росту война. Особые чувства в этот день у самих ветеранов, которые ежегодно обязательно принимают участие в праздничных мероприятиях. Дай Бог хорошего время, заслужили наши, вот были молодыми ребята, были на фронте, на передовом. Сейчас мы живем, слава Богу. Ну, поздравляю всех жителей Абхазии, всех с праздником. 17 лет было, я пехотинец сам, автоматчик. Нескончаемым потоком люди идут на набережную. Поздравить ветеранов, поздравить друг друга и вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Разрешите от имени всех коммунистов поздравить с этим замечательным праздником, с Днем Победы. В первую очередь я хочу поздравить ветеранов, к сожалению, их так мало осталось. Эти люди сделали все, чтобы мы сегодня прекрасно себя чувствовали. Я со своими братьями только вернулся с Керчи сегодня утром. Там нашлась могила нашего дяди, младшего брата отца. Мы там были 2 дня. А от имени кричан, крымчан, они просили, чтобы мы поздравили абхазский народ, что я с большим удовольствием делаю. Я весь народ поздравляю всех с Днем Победы. Всем желаю здоровья, счастья, радости, веселья, всех благ, всего хорошего. На фотографии изображена моя прабабушка. Она служила в Таманской дивизии.
в 89-м стрелковом полке. Любовь Лаврентьевна Авдеенко. У меня дед без вести пропал. Я желаю всем оставшимся, всем, кто сегодня дожил до этой победы, большого-большого праздника. А потомкам желаю памяти не забывать то, что было сделано. Я хотел бы поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с великой победой, которую они держали, и поклониться им. Дом Москвы совместно с Госкомитетом по делам молодежи и спорту и молодежным клубом ГЮЭНОС организовали шествие в знак памяти погибшим воинам. Молодежь сегодня против фашизма, молодежь сегодня вспоминает дедов, благодарит наших старшего поколения за победу. Абхазия, не знавшая поражений, всегда поддерживала Россию. И сегодня был яркий пример тому, что Россия и Абхазия вместе на века. В шествии приняли участие воспитанники детского дома-интерната Ачимчирского района. Рядом с ними шли потомки известных абхазских воинов Варлаама Габли и Мелитона Кантария. Наш дедушка был героем Советского Союза, гордостью всех этих стран. В честь него названа школа в Венгрии и улица. Мы гордимся им. Многие жители города с удовольствием отведали солдатской каши. От нее не отказался ни стар, ни млад. Рядом с ветеранами лакомились полевым блюдом и руководители страны. Вся набережная была наполнена праздничным настроением. Люди гордятся и помнят великую победу. Илана Казамба, Сострыкула Гуха, Абаза ТВ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в параде Победы, проходившем в Москве. За происходящим на Красной площади наблюдали и аккредитованные корреспонденты телекомпании «Абаза ТВ». Хронология событий в следующем репортаже. В торжественных мероприятиях в Москве по случаю 70-летия Победы приняли участие около 30 глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Индии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Германии, Чехии, Словакии, Сербии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Кипра, Зимбабве, Монголии, Палестины и Южной Осетии. Всех их утром лично в Кремле встречал и приветствовал президент России Владимир Путин. После этого вместе с президентом России все прошли на официальную трибуну на Красной площади, откуда наблюдали за военным парадом, который в этом году стал самым масштабным за всю историю. В нем участвовало более 16,5 тысяч военных, включая 10 парадных расчетов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. На Красной площади зрители могли увидеть 200 единиц боевой техники, как исторические, так и новейшие образцы. По брусчатке прошли оперативно-тактические зенитные стратегические ракетные комплексы «Искандер», С-400, «Триумф», «Ярс», а также самоходную артиллерию, включая новейшие установки «Коалиция СВ». В воздушной части парада участвовали свыше 140 самолетов и вертолетов. Это вдвое больше, чем в 2014 году. Было представлено более 20 типов техники, стоящей на вооружении ВВС России. От стратегических бомбардировщиков Су-60 до учебно-боевых Як-130. В параде Победы на Красной площади приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Абхазии. Это председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Республики Абхазия Алексей Шхония. Участник парада Победы 1945 года, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Арутюн Чикрян и ветеран Великой Отечественной Валентина Шульгина. Торжественное шествие завершилось, и главы государств направились в Александровский сад, где возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Здесь же руководители стран для истории сделали общий фотоснимок. После этого президент Рауль Хаджимба пообщался с журналистами из Абхазии, которые были аккредитованы на это значимое событие. Глава государства отметил, что главный праздник в российской столице на этот раз обладает совершенно особенной атмосферой. Создавали ее в первую очередь марширующие. Еще раз Россия продемонстрировала силу и мощь своего государства. Россия показала, что у нее есть все возможности, которые позволят ей выстоять перед многими сложностями. То, что сегодня происходит в
в мире, вокруг нее. Это свидетельство тому, как происходят в мире очень жесткие процессы, направленные на создание однополярного мира. Но Россия – это государство. Государство, которое достойно себя представляет на земном шаре. И сегодня было продемонстрировано еще больше это единство. Несмотря на то, что многие из тех, кто был в советском государстве, сегодня живут в независимых государствах, но они все вместе, в большинстве своем, продемонстрировали готовность быть в случае какой-либо опасности вместе. И как в сложных ситуациях, так и в мире. Это действительно было грандиозно, потому что здесь как раз такие эти мероприятия. Поговорили мы и с руководителями Армении, поговорили с руководителем Монголии, подходили, здоровались, познакомились с Нурсултаном Назарбаевым, другими, как говорится, руководителями. Для нас это важно. Это первые шаги, которые, во всяком случае, нам, я думаю, еще предстоит многое что сделать для того, чтобы выйти на более высокий уровень международных общений. Но мы есть государство. И когда ты стоишь рядом с руководителем великого государства, то тебя переполняют эмоции, переполняют чувство гордости за страну, с которой выстраиваешь ты отношения стратегического партнерства, дружбы. Вы понимаете, сегодня даже было, наверное, то, что отличало вот сегодняшний парад от всех предыдущих. Я не знаю, заметили вы это или нет, но все, кто был в строю, начиная от офицера, кончая солдатами, улыбались. Это показатель мира, готовности к миру России. В заключительной части праздничного дня главы государств были приглашены на торжественный прием в Большой Кремлевский дворец и праздничный концерт на Красной площади. Но на этом праздник не закончился. 10 мая президент Абхазии примет участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы, которые пройдут на территории ВДНХ. Перед павильоном Абхазия Рауль Хаджимба и наши ветераны Великой Отечественной войны откроют фотовыставку «Абхазия в Великой Отечественной войне». Марианна Котова, Элеонора Гилоян. И снова возвращаемся в столицу Абхазии. Передаю слово Амелия Сатурян, которая в течение всего дня наблюдала за тем, что происходило на культурных площадках столицы. В этот великий день многие жители нашей страны пришли на набережную Махаджиров, чтобы увидеть самое яркое действие – парад Победы. Нет ни одной семьи, которой не коснулась та страшная война. Раны не зажили и сегодня. Своими историями делятся родственники тех, кто ушел на фронт безвозвратно. Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для всего мира. В ее кровопролитных боях погибли миллионы людей. Но те, которым повезло выжить, навечно останутся героями в глазах будущих поколений. Сегодня они не скрывают своих искренних эмоций. Сердечно поздравляю вас и всех граждан Абхазии. В честь Дня Победы из Гулрыпша в Сухум стартовал велопробег, который завершился у памятника неизвестному солдату. Здесь же, неподалеку, проходил конкурс детского рисунка на тему Победы. После полудня возле канонады начался концерт. Дети рассказывали стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны, исполняли знаменитые фронтовые песни.
Один концерт сменил другой. В Русском театре выступила группа «После 11». Ее приезд сюда организовал Дом Москвы и правительство России. Зал театра был заполнен зрителями. Амелия Сатурян, Сострику Агуха, Науран Фаб, Абаза ТВ. В честь праздника с набережной Сухума вылетел вертолет по маршруту Абхазия-Россия с остановками в Ростове, Воронеже и Туле. Этот проект посвятили боевым заслугам легендарного летчика-штурмовика Киазыма Агрба, погибшего в 1944 году. Кавалер орденов Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красного Знамени. Киазым Агрба дважды представлялся к званию Герой Советского Союза, но так и не был удостоен этой награды. Основной задачей этого проекта является обращение внимания российских СМИ и общественности к несправедливости по отношению к этому воину, геройски погибшему, повторив подвиг Гастелло. В День Победы на улице Гала вышли практически все жители города. К 70-летию Великой Победы приурочили открытие Дома культуры. Обо всем по порядку, Марианна Котова. Празднование 70-летия Великой Победы в Гале началось с возложения у мемориала Великой Отечественной войны. Практически все жители города собрались у памятника, в том числе 9 ветеранов. 9 из 13, что сегодня живут в районной столице. Каждый из них вспоминал сегодня, где был 70 лет назад, где его застала победа. Когда вот этот Краснодар освободили, мне поставили в своей части 349-й стрелковой дивизии 1169 полка конной разведки для создания партийной организации. Я там пил до 44 года. Защищали турецкие границы, турецкие и советские границы. После этого меня вызвали и сказали, что война кончается, и советская армия требуется кадры, поэтому направили в школу. Первый не был. Как взяли, 4-14 числа заезжали мы туда. Потом побили несколько, 15 дней. Потом сказали, что домой ездили, я перебросили в озеро Байкала. Вышел из госпиталя в сентябре месяце 43-го года. Вот. Ну, пришел домой, был на Кубани, жил. А потом мне понравился этот край, я переехал сюда. И вот так вот. С великим праздником ветеранов поздравил глава администрации Гальского района Тимур Надарая. Он поблагодарил их за подвиг 40-х годов и подвиг сегодняшнего дня. В холодную ветреную погоду ветераны пришли на праздник, где на каждого из них смотрят как на героя. Они сидят здесь, у этого памятника, и вспоминают те времена, когда шли, освобождая мир от коричневой чумы, от превосходства одной нации над всем миром. Все люди равны перед Господом. И никогда мы не должны забыть о подвиге, который совершили наши ветераны. Чтобы перейти ко второму этапу празднования Дня Победы, участники торжества переместились в центр гала. Здесь ветеранам вручили почетные грамоты и праздничное вознаграждение. По 15 тысяч рублей, 10 по указу президента и по 5 по решению главы района. Какой День Победы без парада? В Гале тоже торжественным шествием прошла военная техника и служащие пограничных войск России. По
После шествия гальские юные спортсмены продемонстрировали навыки самообороны, показали ветеранам, как умеют защитить себя, близких, а значит и родину. Пока каратисты хвалились освоенными приемами, в Доме культуры шли последние приготовления перед концертом, посвященным не только 9 мая, но и открытию его после долгого ремонта. Зал на 230 мест не вместил всех желающих полюбоваться новым убранством и отметить праздник Великой Победы, который далее жители Гала продолжили отмечать, каждый по своему усмотрению. Марианна Котова, Турни Камичба, Абаза ТВ. Юго-восток Украины наряду со всеми, кто считает День Победы своим святым праздником, отметил 9 мая. В торжествах приняли участие добровольцы из Абхазии. Наш коллега, журналист Семен Пегов, записал интервью с военнослужащими Новороссии. Мы со знаменем абхазского народа, абхазской государственности прошли по парадам на центральной площади Донецка. Так что Абхазию и здесь любят, здесь уважают. И большой, как говорится, привет передают. И поздравления искренние из Донбасса для вас. Шедесня. Вот. А я и Рамш. Уважаемые ветераны, в этот знаменательный для всех день хотелось бы вас поздравить с 70-летием Великой Победы над фашистской Германией. От себя лично хочу сказать, на сегодняшний день все, что мы имеем, это только благодаря вам. И здесь, находясь на Донбассе, я могу с ответственностью заявить, что знамя победы и знамя чести, которое вы пронесли успешно в 21 век, мы передадим своим детям, а они достойно пронесут его дальше. Поздравляю весь абхазский народ с великим праздником, с юбилеем 70-летия победы над фашизмом. Поздравляем весь абхазский народ с Донбасса, так как мы сейчас, к сожалению, не можем присутствовать в Абхазии. Мы благодарим вас за вашу победу, наших ветеранов. И сейчас течет в нас их гены. Мы постараемся повторить их подвиг. В Берлине прошли мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Венки к памятникам советских воинов возложили главы дипмиссии России, стран СНГ, военные атташе посольства, также полномочный представитель МИД Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичба. После возложения состоялся торжественный прием в посольстве России. Поздравляя ветеранов с Великой Победой, Хибла Амичба отметила, что это для всех особенный праздник, и он всегда останется в истории символом героизма, патриотизма и братства. Ветераны войны, многим из которых сегодня больше 90 лет, по-прежнему сильны духом и умеют радоваться жизни. Они с большим удовольствием поют песни военных лет, с грустью и радостью одновременно. Наш следующий репортаж о ветеране Великой Отечественной войны Ноне Дорофеевой. Когда началась война, Нона Дорофеева, воспитанница детского дома, хотела идти на фронт. Но ее, как и многих сверстников, не взяли. Пройдя курсы, работала токарем на авиационном заводе. А в 1942-м призвали в армию и направили на военные автокурсы в город Кабулете. Затем отправили в Кутаиси, где находился 37-й авиационный полк, 483-й батальон обслуживания авиации. В этой части прошла Нона Дорофеева дорогами войны в действующей армии до самого Берлина. Ветеран вспоминает, что накануне самого важного и долгожданного штурма она дежурила на посту. Час ночи сменили меня. Я только пришла винтовку разрядить, поставить. И вдруг ружье. И обратно сюда. Я всегда так делала. Не знаю, вообще или нет, а я так. Нам сказали, нам дан приказ идти на фронт Берлина. Наряду со страшными и ужасающими историями, которыми полна любая война, есть немало примеров проявления простого человеческого участия и сочувствия. И то, как поступить, человек всегда выбирает сам. Вот и ветерану Великой Отечественной Ноне Дорофеевой и ее однополчанам выдался такой случай. Все шли на штурм Берлина. По дороге оказался домик, в котором можно было передохнуть. Этот дом, расположение его комнат, врезались в память ветерана, кажется, навсегда. Когда входишь вот в него, это как коридор или как прихожая.
И она же и была как кухня. Тут газ стоял, так газ стоял, а напротив стоял буфет продуктовый. А вот когда мы в двери, значит, заходим, а снутри дверь куда-то идет, неизвестно куда. Через какое-то время, вспоминает ветеран, послышался звук, похожий на стон. Вначале подумала, что это может быть пожилой человек. Оказалось, это была красивая молодая женщина с ребенком. Как и положено по уставу, Нонна Дорофеева доложила командиру роты о том, что в доме обнаружена женщина с ребенком, и добавила: «Мы их не тронем». Так и поступили. И пошли дальше, и больше мы не остановились от этого домика. Ой, мама, гремело все, и по сторонам, и впереди все взрывается. Кошмар один. Не знаю, что это, пекло такое. Рассказала ветеран и такую историю. Уже после взятия Берлина на одной из улиц города, от которого практически ничего не осталось, наткнулась на небольшую коробочку. Она поблескивала, словно напоминала о былом великолепии столицы Германии, превратившейся в пыль и гарь. В коробочке оказались золотые часы в трех экземплярах. Рядом с Нонной Дорофеевой находился старший лейтенант, имя которого она не называет. Как изменилось у него лицо, глаза звериные такие, знаете? Я даже глянула на него, а он: «Возьмите себя одни». Я говорю: «На что они мне нужны? Мне самой негде жить, говорю. И что я буду держать?» И отдала ему все. «Мне ничего не надо». Ну, правда, я из детдома. Куда мне вести их? И он обмякавший. Нонна Дорофеева хорошо знает и с удовольствием поет песни военных лет. Это и песня, посвященная матери солдата и дорогам войны, позабыть которые, как поется в одной из них, нельзя. Я у окна, старая мать, вспоминая меня, будет рыдать. Ты не грусти обо мне и не горюй обо мне. Возвратится домой твой сын родной. А еще песенка, знаешь, какую? А вот как мы себя чувствовали на войне. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, засепной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Есть у Нонны Дорофеевой и самая любимая песня. Когда она поет ее, то всегда вспоминает троих своих товарищей, служивших в морфлоте. А на наш вопрос, вернулись ли они с войны, ветеран отвечает: «Не знаю». Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Вот. Концерт, посвященный 70-летию Победы, прошел в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба, организованный управлением культуры администрации города Сухум. Со сцены звучали песни военных лет, артисты рассказали зрителям историю Великой Отечественной войны. И в завершении выпуска прогноз погоды. В воскресенье 10 мая в столице Абхазии осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 18 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до 10 градусов выше нуля. На этом пока все. Еще раз с праздником и до скорых встреч!